7 по 11 октября в Беларуси пройдет основной этап оперативно-профилактического специального комплексного мероприятия «Арсенал». Его целью является предупреждение нарушений законодательства в сфере оборота оружия. Правоохранители проверят условия хранения гражданами зарегистрированных пистолетов, ружей и проинформируют о мерах безопасности при обращении с ними. Также усилия милиционеров будут направлены на выявление нелегального оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ, проведение разъяснительной работы с населением, а возможность их добровольной сдачи. С начала текущего года из оборота изъято более 400 единиц незарегистрированного оружия и около 43 тысяч боеприпасов различного калибра. Добровольно сдано свыше 450 единиц и порядка 20 тысяч соответственно. За различные нарушения у индивидуальных владельцев изъято более 1000 единиц зарегистрированного оружия. МВД напоминает, лица, добровольно сдавшие в органы внутренних дел незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.